Берешь влагу, берешь белильца, берешь розовильца и голубильца. Слякотно избавиться от белого. Количество вещества такое. Вот такое примерно. Потом ты возьмешь трипуленцию, сделаешь из нее фигурку, площадочку вот такой, и распределишь все, что ты положила, но не вытирательно, а распределительно. Давай. Белила кинули, чтобы эту бледность и дальше наращивать. Поэтому, когда ты будешь добирать фиолетовые, ты будешь обязательно с белильцами их, хорошо? И вот такую пачкатьми, буквально пачкатьми. Здесь зеленит, но ты пока не видишь зеленый, ладно? Видишь только фиолетовый, то есть видишь темный и светлый. Когда накидаешь эти вещи, немножечко вот этим инструментом порисуешь основные веки рисунка, уходящие. То есть вот то, что прочерчено. Хорошо? Может быть, даже легкий намек, там этого нет, но легкий намек на стволики. На стволечки. Чуть-чуть. Хорошо? Давай так. Позатопчи их пальцем. Ну или тряпкой. Она научилась. Ну смотри, какие деревья приличные. Так. Значит, возьмем теперь мастихинище. Если что, белильца поддавишь. Каменное настроение. Это ничего не камни. Это только настроение. Но ты согласись, это оно, да? Это скорее камни, чем что-либо из здешних предметов. Потом ты сможешь еще и вот так где-то самым светлым местам, макушечкам, вырезать, и камни еще более сформируются. Сможешь взять более темно, коричневый, красный, голубой, например. И где-то темнотой тоже подыграть. Где-то плюс палец. Смотри, я не все затер. Оставил и жесткости, и мутности. Да? Вместе работают как хламничек в камнях. Правда? Поставил на ребро. Еще один камушек достал. Прикольно? Смотри, как по-легкому получили идею камня. Да? Немножечко трепуленцией возьмешь голубенький, желтенький, получился зелененький. Немножечко вот этих зеленоватых настроений подпустишь. Подпустишь. Желательно даже, может быть, тряпочку сделать розочкой. Розочкой вот такой. И вот они. Вот они. То есть уже не фигушкой, а розочкой. Да. Где-то у тебя чуть темнее. Уже розочкой, не фигушкой. Нашвыряло темнее. Где-то там тропинка. Обозначила тропинку. И вот тут уже пришло небольшое количество вещества. Так же, как и вот в этом месте. Раздавлено, прозрачно, раздавлено. Правда красиво? Раздавлено, прозрачно. Посмотрите, что делается. Если надо, еще более прозрачно, еще более раздавлено. А ну? Потом придут еще и вот такие прикосновения. Ударятельные. Моделировательные. Ладно? Так. Ну, а в этих местах продолжаешь вот эти вот. Крутить. Дорогу. Надо показать внятно горизонтальной. Поэтому покажешь нарочитую горизонталь дороги. Мутно. Уложив краску. Мутно и нарочито горизонтально. Ты видишь? Да. Тем, что это вертикаль, это горизонталь, это сразу стало чем-то
для восприятия удобно. Плюс розовиночка такая грязненькая. Можно чуть-чуть с желтиночкой. И вот у тебя идея каких-то каменностей. Раздавливая мастихином, уложишь. Смотри, вот и галька тут уже валяется. Сухомятка такая, да? То есть здесь мы сухомятку себе не позволили, потому что не камни. А эти мелкие камушки сухомяточкой. Сейчас белинцы похитим. Потом, допустим, возьмешь еще светлее. Выдавишь себе белинцы. И где-то даже дашь с некоторой яркостью. Вот так тоже. Немножко гоняя краску. Ну, правда ведь? Оно. Полный эффект. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Хорошо? Давай так. И смотри, как у нас свет появился здесь, да? Такой свет. Прикольно. Умонько, смотри, какие камни нарисовала. Первый раз вижу такое чутье камней. Ну, идеальные камни. А ты первый раз рисуешь вообще, так сказать? Вот вчера мы рисовали сегодня. Это первые разы? Ну, маслом. А, маслом. У тебя есть опыт рисунка, да? Ну, супер. Супер. Так. Простецко. Вдруг появились простецкие макания. Нам нужны сложнецкие. Белила нужны. Выдави себе белил. Ну, очень интересно. Давай. А потом... Дави, дави, дави. Значит, не вот это простое решение, а мазочное, моделировательное. Как ты вначале, ты же так хорошо вначале это, и вдруг упростила до ерундистики какой-то. Нет, все время что-то моделируешь. Хорошо? Моделируешь. Может быть, немножко переборщила густоты краски. Как-то инородно звучит. Подсбрей. И то, что останется, если что, потом чуть-чуть дополним. Дополним легкой рыхлятинкой. Легкой, не густявой, а такой легенькой. Вот так, чуть-чуть. Помогай, если что, пальцем решать такие задачи. Вот такие задачи, если что, пальцем. Бирюзу вы себе тоже выдали. Вот он. Это будет хороший парень. Подожди, подожди, потом будешь. Потом немножечко густоты. То есть светлые партии любят густую красочку, теневые недолюбливают. Поэтому светлым партиям можно вот так подложить. А теневые пускай останутся почти никакими. И немножко помоделируешь краешечки. Смахивает на кустик этот. Смахивает. Немножечко. Рябовато. То есть и пальцем, и мастихином помоделировать вот эту змейку. Похожим образом и здесь тоже, если что, помогая. Значит, тряпкой больше в том ключе не пользуемся, пользуемся только в этом ключе. Вот. Здесь немножко посоединять одно с другим. Одно с другим посоединить чуть-чуть. Прямо вот так штриховательно. Бирюзовый тоже добавит тебе цветовых настроений. Бирюзовый с розовым, представим себе, что это бирюзовый тоже даст хорошее настроение. Ты видишь, да? Красный с розовым, друзья, они вместе очень
вкусные сочетания дают. Ну, а бирюзовый он просто будет вкуснее. Вот такие вот настроения. А это перебить. Сделай розочку тряпки. Не, в данном случае уже розочка тряпки, а не... Хорошо? Вот такое. А не фигушка тряпки. Ты человек, ты запутался. Так. Чуть расчистим. Так, белый. Держи тоже белый. Сделаем фигушку, возьмем немножко розовенького вещества. Грязно-розовенького. И вот те дали розоватые. Чуть-чуть подпустим туда этих цветовых. По дороге оно подгрязнится, и очень хорошо, что подгрязнится. Есть там такая, да? Угу. Мгла второго плана. Значит, розовеньким продолжишь этот ход мысли. Возьмешь мастихин, возьмешь белизну и легкий намек на желтоту. Зигзаг и раздавленность. Вытираю тряпку, уложишь. Сиятельно? Или пока не нравится тебе такое? Сиятельный цветичек. Вот. Посмотри, что делается. У нас такого белого еще в картине не было, да? И ты видишь, что он настолько звучит мощно, да? Что есть ощущение света в картине. Сразу появилось. Вот этих вот дырочек, разновеликих, по-разному расставленных, так чтобы была какая-то естественность. Накидаешь. Пальчичком потом некоторые вот такие проявления подсунешь. Касаясь одно другого, появится еще один план ухода. Да? Ты видишь? И укругленность появилась, да? То есть деревья становятся кругловатыми, рванно. Посмотри, что делается. Это красиво, да? Значит, накидаешь вот этот светичек. В общем-то, хорошо, но как-то... Ну, в общем-то, хорошо.
Бирюзовый не появился еще на палитре? Возьмешь немножко в пользу бирюзовенького. И вот эти холодноватые зелени немножко нашвыряешь. Есть там холодноватость, да, такая? Не теплость, желтоватость, да? А холодноватость зелени именно холодной. Есть там такие, да? Значит, мастихинчиком, плашмя. Берешь небольшую меру краски и плашмя штриховательно вот такое нашвыряешь. Ну-ка, покажи мне. Правильно, правильно, правильно. Отличненько, отличненько. Единственное, что смотри, когда будешь это укладывать, штрихуй немножко в разных направлениях. В разных направлениях. Сильно не жми, а вот так чиркательно. Оно комковатость зелени появляется. Красивенькое, правда? А чтобы получить вот это. Ага. Макательно. Чиркательно. Чирк. Чирк и макание. И разные углы удара. Ну, практически плашмя. Чуть-чуть в компанию еще какой-нибудь цветик. Богатеет. Да? В данном случае розовенький добавил. Богатеет. Чуть-чуть. Идейку каких-то травиночек, веточек, и дополнишь царапки, дополнишь. Прикольно? Богатей. Сами яркие эти цветочечки тоже возьмешь и подсунешь по той же схемке, что и зелень. Но начинай с зелени, хорошо? То есть сначала то, что сзади, потом то, что заслоняет. Какие-то цветоненькие здесь могут появиться. Причем все вместе, смотри, вот этот хламничек, травиночек. Посмотри, какое богатое по легкому пятно. Да? Мы же его не утруждали. Нашвыряли. Делай-то. И помнишь идею вот таких вот рез? Можно потом к этому чуть-чуть добавлять. Чуть-чуть. Не перекрашивать, а чуть-чуть добавлять. И успокаивать, допустим. Другим антицветом. Смотри, смотри. Смотри, смотри. И перебивать таким образом. Не перекрашивать, а просто дополнять чуть-чуть. Но резаность. Посмотри, какая она выразительная, да? Какая она жесткая, какая она архитектурная. Рядышком тут присоседился кустичек, который чуть перекрывает. И вроде даже чем-то может цвести, например. Там этого нет, но вечно возле беседок что-нибудь цветет. Здесь внизу может что-нибудь цвести.
а заодно напрягать цветовое к центру, да? К центру композиции. Здесь у нас не только дорожка, но и перебивающие их. То есть она как бы читает там. Есть вот такое, да? Здесь темненький зеленый, коричневый, синий можно взять и тоже штриховательно сначала накомкать. Слишком много вертикали, и потерялся этот комковатый характер некоторых мест. А там сочетание одно с другим. Ты помнишь, здесь я и вот так делал. У тебя только торчачий характер. То есть вот он, комковатый характер, он тоже друг. Лучше, чтобы они не были одиноки, немножечко им поддать компанию. Логично, да? Так. Есть тень, смотри, как бы соединяет одно с другим. Дорожка как бы уходит туда, да? Вот туда уходит. И это делает более сложным, более интересным рисунок. Согласен? Увести дорожку туда. Вот туда. И тоже от дорожки как бы светлые проявления травы, но не равные белому ни в коем случае, а просто светлые. Мутно заходит. Какие-то приятные розовости цветут вот здесь. Тихонько там себе цветут. А ну, да? И создают макушки. Макушки. Следующий рядочек, да? Причем, смотри, следующий рядочек тоже как бы некой ступенькой появляется. Богатство, да? Ухода в заслоненности. Кисточкой возьмешь какой-нибудь грязноватый цвет и лежачей кистью вытащишь. Там этого нет, но мне кажется, что можно было бы добавить. Вытащишь несколько веточек. Вот таких. Туда. Чуть-чуть, может быть, сюда. Она? Как-то так побогаче. Той же тряпочкой, вот тем же
способом, макательным, можно несколько прикрыть то, что мы накидали. Все стало одно в другом, одно в другом, да? Пробуй, все эти вещи пробуй. Камень ты делаешь прекрасно, вложишь. Ну, не хватало оттененности. Красиво, когда заслоняешь. Заслоняешь, хорошо? А там этого не хватило. Там угол скорее вот такой. Немножко подрастворили идею. Так, я его не сейчас. Чего? По-моему, прикольно, красиво. Немножко ровнее, то он пошел тоже, как будто они что-то окружают. Эти кусты. Окружение пошло. Так. Здесь немножечко притемнить, а то уже очень светло. Уже очень светло. Чуть-чуть тоже горизонтальный характер обозначить. То есть любят вот эти места быть обозначенными. Ты согласна, что нужна вот эта вот горизонтальность была? Ну и заслон еще там. На самом деле красиво выглядит. Да. Если ты хочешь переборщить с содержанием, ты можешь попробовать это. Можешь чуть-чуть вот тоже штрихом. Штрих это вот так. Можешь дополнить содержание. То есть это мутность. Она здесь красивая. Здесь красиво мутность. Так. Сверху эти кустики придавлены тенистостью, да? Тенистостью. Ну или сначала тенистостью. Опять же, если хочешь, действительно можешь там каких-то кустиков нашвырять. Нашвырять одних, нашвырять других. Может помакать чуть-чуть. Свет на этих кустичках чуть-чуть так. Вот. Можно еще две фигурки, он и она, могли бы где-то здесь, у беседки, быть. Если хочешь, можешь попробовать их туда подсунуть. Тоже травочки, травочки. Травочки. Хорошо? Да. Ну не занимайся вычерчиванием всех мест. Ну, пусть.